Друзья, всем привет! Это рыбалка с Пашком. Сегодня я приехал на Нижнюю Москва-реку. Приехал я сегодня под вечер и планирую здесь половить вечернюю зорьку, ночью посидеть половить и завтра утром, может быть, днем еще немножко половлю, посмотрим на клев. Вот. Это место, в принципе, многим известно. Здесь зимой довольно много людей приезжает ловить на зимний фидер. Летом здесь не так много места, как зимой, но все же место можно найти. К примеру, сегодня вот суббота, я приехал, здесь, как вы видите, никого нет. Я занял самое шикарное место, разбил лагерь, палатку здесь поставил, натянул тент на случай, если пойдет дождь. Вот, водичка, чайник, все есть у меня. Сейчас буду закармливать точку и приступать к ловле рыбы.
Ну что, рыбалка закончилась. Рыбка клевала неактивно. Клев плохой был, но все же что-то мы сумели поймать. Сейчас посмотрим, что мы поймали. Вот, совсем немножко мелочи. Итог рыбалки. Десяток небольших подлещиков, пара плотвичек. Пойдем отпустим.